Место хорошо охраняют. Thank you.
Что ты? Не убежишь. Thank you.
Смотри за Птолемеем, пока тут ест кашку. Защищай Септимия, пока он идет в бордель. Карауль Патина, пока он отливает в переулке. Стой на страже, пока Евдор глядит на голых гладиаторов. Сколько можно? Подстрелю! Не убежишь. Что ты? На куски порву. Mm.
убежишь. Сейчас. Потерпи. Эй! Кто ты? Тебе конец!
что? Выдыхай! Вот ты где! Зараза! А это еще что? Заперто. Это покои придворного писца. Лестница? Ключ. Судя по свиткам, это сундук придворного писца Евдора. Двойное дно. Письмо. Почтенный Ибис, фараон сговорчив и будет помогать нам в наших замыслах. В Сиви действуй с осторожностью. Убийство Цакру лишь начало. Еще двое наших соратников погибли здесь, в Александрии. Тем не менее, пока для паники нет причин. Геннадий без устали допрашивает жителей города. Мы ценим твои труды, Ибис. Здесь стоит печать змея. Змей — это Евдор, придворный писец. Ая сказала, что писец часто посещает бани. Там я и прикончу эту тварь Евдора.
Thank you.
Уголок! Евдор снова здесь. Так жалко его. От его больной кожи должно быть столько хлопот. Да он ходит сюда поглазеть на голых мальчиков. Как и все мы. Мне здесь нравится. Одно это здание стоит поездки. Посмотри, какой роскошный свод. Божественно. Все ли вас устраивает, господин? Вода сегодня едва теплая. Непростительно. Господин, довольны ли вы приемом? Весьма. Подготовьте полотенце. Стой! Стоять! Вам что-нибудь нужно, господин? Не докучай мне, если можешь. Толемей, слабовольный болван. Симонит, ты выпил слишком много вина. Покончим с этим! Да будь ты проклят! Зачем тебе убивать меня? Зачем? Ты убил моего сына, мразь! И ты глупец! Хран! В Сиве! В той забытой богами дыре? Я не имею к этому никакого отношения. Уже поздно лгать. Анубис ждет. Палец ничто, зато я смогу убить змея. Змея? Змей будет жить вечно. Сын Апопа. Владыка Дуат.
Дор! Убит! Боги, спаси! Его убили! Сквозь скрой! Он был так красив! Это же Евдор, бедняга! Песца Евдора убили! Выдыхаешься, погоди! Вот ты где! Очередного болвана! Проклятие! Тебе надо было бежать, но теперь уже поздно! Мне нужна ваша помощь! Ай, подъем! Нужна помощь! Хаем нун! Вон он! Стреляйте! Проклятие! Быстрее! Песца Евдора убили! Придворный песец мертв! За это Септимий нас точно распнет! Мне нужна ваша помощь! Я жив! Вот ты где! Евдор! Убит! Боги, спасите! Его убили! Сколько здесь крови? Он был так красив! Это же Евдор, бедняга! Что-то здесь не так. Лучше быть начеку. Не волнуйся, я рядом. С удовольствием выпущу им кишки. Покажется, убьем. Что-то мне не по себе. Выходи, я избавлю мир от очередного болвана. Нашли что-нибудь? Ничего нет. На куски порву! Выдыхаешься? Вот ты где!
Евдор! Убит! Боги, спасите! Его убили! Сколько здесь крови? Он был так красив! Это же Евдор, бедняга! Эй! Иди, Один! Оран вулими дими ханестени найкс... Huh? Oh! This is van, Pepe! Oh! Almeon Calypti! Oh! Back at me, no! Nunes, Hedden!
И чем я могу помочь? Прощай! Morias para escapar más de tu danestín. Oran puri mi panace y la poroti. Sono saffrosinis. Любимый. Змей и Геннадий мертвы. Змей Евдор. Он нашел свою смерть в банях. Жаль, меня там не было. Жена.
Ди. Привет. Я уж хотела тебя вытаскивать. Адреналин и давление подскочили. Из-за этого вырос пульс и уровень гормонов в крови. Серотонина и окситоцина в частности. Что там произошло? А я здесь. А кто это? Жена Байека. Я чувствую ее. Чувствуешь? Скорее всего, это просачивание. Тебе досталась не только память Байека, но и эмоции, которые он испытывал. Да нет, похоже, она и правда в этой пещере. Супругов часто хоронили вместе. Вторая мумия? Нам нужно доложить в Абстергу. Сначала найду Аю. Не скажешь ты, скажу я! Диана, нет! Так я опять останусь за бортом. Задвинут, как обычно. Ладно. Ага. Что такое? Просачивание ведет меня к Ае. Ну, класс. Можешь и дальше лелеять свой комплекс супергероя. Надо найти Аю. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. С кем ты говоришь? С мумией Байка. Да, она болтушка. Ну, мисс Марвел, ты нашла то, что искала? Я знаю, Ая здесь. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. С кем ты говоришь? Она там. Это будет мой прыжок, Вера. Какой прыжок? Никаких прыжков в твоем состоянии. О! Черт, холодно. Я знала, она здесь. Вот и ты, слава богу. Я чую запах крови. Так, 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 я тебя едва понимаю, Лейла. Нам нужно доложить. Пока нет. Пока нет? А когда? Ну, размышления тут не помогут. Лезу. И мне тяжело, так что давай помолчим. Ладно. Скажешь, когда заберешься. Возвращаюсь. Да? Хочу изучить память Аи. Есть ее ДНК. Так, я все понимаю, но... Чем больше мы рискуем, тем хуже будет для нас. На кону моя мечта. Сделаем, по-моему. Вношу ДНК Аи.
Обработка займет время. Ты не сможешь синхронизироваться сразу. Лейла, ты должна кое-что знать. Ты беспорядочно мешаешь цепочке ДНК, поэтому переход между воспоминаниями может быть непредсказуем. Это меня вполне устраивает. Да? А я волнуюсь. Как обычно. Погоди! Анимус еще не закончил обработку ДНК Аи! Ладно, ладно. Что не так? Змей. Вдруг он не последний? Конечно же, последний. Они все мертвы. Правосудие свершилось. Если есть вопросы, Аполлодор поможет. Он знает все. И где мне найти того, кто знает все? Он с Клеопатрой. Ищи его человека на ипподроме. Эй! Скажу Фану о смерти Геннадия. Встретимся позже. Наслаждайся скачками и не проиграй все деньги. Come on.